Привет, ребята! Сегодня у нас будет билд на всеми любимый щит хаоса, аспект хаоса. Не знаю, чем он так всем нравится и почему его считают имбой. Без понятия. Я в голове прокручивал, что примерно можно сделать на него. И желательно что-нибудь такое имбовенькое, самое сильное. И в голову только приходит эта атака Афродиты, особой Артемиды. То есть я буду... делать что? Разбег быка, за спину прыгаю врагу и кидаю особый. И получается, будет 5 ударов со щита, с особого. Вроде как бы должны быть. Да, вроде бы происходит. И если я споймаю дуо Афродиты и Артемиды, то все мои 5 щитов будут прокать крит, и этот крит будет с увеличенным уроном. Ну, я просто примерно... Что еще можно на него собрать? Не знаю. Но думаю, будет сильно. Будет сильно. И с чего начать? С Афродиты или с Артемиды? Ну, наверное, нам Артемида больше зайдет. А, да. На рывок, скорее всего, возьму Посейдона. Просто чтобы накидывать этот дебаф. Хотя, возможно, и не получится взять дар на дебаф. Ладно. Ничего страшного, если что. Какой меч? Алло, здравствуйте. Я со щитом хотел идти. Так, аспект хаоса, все. Артемидочка. Погнали. Я вот не знаю, как прокаться будет огневая поддержка при 5 выстрелов щитом. Ну, скорее всего, один выстрел будет. Так, неплохо, особый сразу эпичный. Так, к хаосу мы будем ходить. У хаоса нам нужно увеличение урона особой атаки. Это нам будет бустить сильно урон. Здравствуйте. Так, атака послеровка. Я даже паролю. Ну, урон в спину также пойдет. Хуже нам не сделает. Да, возьмем урон в спину. Потому что часто будем заскакивать противнику за спину и атаковать особым ударом. Так. Ну, урон пока есть. Так. Денежка. Ну, неплохой урон, да. Вот пока. Посмотрим, как будет себя вести этот билдец на мегерах. Так. О. Спасибо, Афродита. Я прям тебя и ждал. С Афродитой мне нужна атака. Так. Атаку. Даже паролю ради атаки. Да, отлично. Неважно, какой редкости. И обычная сойдет. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да этот дебаф спадет. Хорошо. Все, спал. Отлично. Еще одна Афродита. Если сейчас мне дадут дуо, я просто офигею. Ну-ка, мини-босс. Ну, не скажу, что урона много. Я бы сказал, даже совсем немного. Так. Рерол. What else we got? Афродита еще появится. По-любому.
Ну, тут все равно нечего выбрать. Ну, увеличение действия, длительности действия ослабления мне вообще не нужно. Сопротивление урону? Ну, я урона не боюсь. Я просто не хочу тратить два жетончика на рерол. Поэтому возьму. Если что, на следующий этаж все равно я беру Афродиту. Вот мне не нравится то, что... Ой. Ой-ой-ой. То, что Артемида не появляется. Это очень плохо. Ну-ка. Если она не будет появляться, я не смогу увеличить свой урон. Неплохо так. Потому что у Артемиды... Есть увеличение крит урона, которое мне очень поможет тоже. Так, ну тут качаем особо, по-любому. Вариантов больше нет. Арес. Фу. Ой, арес мне не нравится. Я вот не пойму, если я в упор к врагу стою и бью особым, вылетает ли 5 щитов или нет? Такое ощущение, что нет. Может, мне просто кажется. Так. О. О. Ну, можно взять месть. Будет прокать месть вместе с атакой Афродиты. Будет 2 проклятия. Будет прокаться метка. Уже хорошо. Ну-ка. Вроде да, вроде. 5 щитов улетает. Да-да-да. Отлично. Так. Ну, я пока не вижу в этом билде потенциала. Я просто не представляю, вот много кто пишет, что щит имба, ну вот этот, да, он очень прост, он там супер френдли для новичков, но я просто не вижу, чем, то, что он кидает 5 щитов, то, что ты можешь дефиться от лицевой атаки таким образом, ну то есть на любом щите это можно делать. Так, это получается у нас что? Последняя комната? Нет, не последняя. Так. Ау. Ту-ту-ду. Девчата, девчата. Так, гранат. Денег у меня достаточно, я даже по таймеру не успеваю. Медленно иду. Ну, успеваю, но медленно иду. Так. Так, мне это не нравится. То, что вы, ребята, в 3 пачки появляетесь. У меня времени на вас нет. Всех. Кстати, наверное, ускоренную зарядку разбега БК я бы взял. Для этого билда. С молоточка. Гранатик. Да, особый. Особый качаем. А вот это уже последняя комната, да. Так что здесь я пойду в магазин, буду надеяться на что-нибудь годное, Артемиду, например. Угу. Молоточек, ладно. После того, как ты попадешь особым ударом по врагу, твои следующие 2 атаки будут, ну, не то.
Ой, слабые молоточки, слабые бафы. Наверное, вот это свирепую защиту возьму. Вот было бы все наоборот, после того, как я попадаю атакой, мои две атаки особого удара увеличены урон был бы, вот это было бы вот реально круто. А в данной ситуации мне вот это не подходит. Так что берем свирепую защиту. Думаю, я часто буду отбивать атаки. Афину скипаем. Афина — это изи мод. Самый сломанный, наверное, дар в этой игре, самый имбовый, наверное, я считаю, ну, один, единственный дар, это месть Афины. После получения урона ты получаешь эффект отражения. Ну, это сильно слишком. Ну, такое. Редко, когда получается именно всеми пятью щитами попасть по противнику. Скорее всего, нужно зарядку держать не за противника, а до противника. Потому что если заряжаешься, ну, вот это вот, как бы стрелка зарядки за противником, ты его перескакиваешь, и тебе придется резко разворачиваться, то есть мышкой, чтобы особым ударом попасть по противнику. Проще всего, типа, не долетая до противника, немножко касаясь его, нанося урон, кидать особый удар. Так, ну, беру Афродиту. Беру Афродиту. ХПшек маловато. Надо будет немножко взять по пути. 135 вообще слабо. Танатос, чтоб попался. Было бы отлично. Так, Афродита. Артемиды нет. Артемиды нет. Хаос зато есть. Чё сказала? Чё? Разорение? Мне показалось инфестейшн. А инфестейшн — это что, заражение, наверное? И как мне его бить? Иди сюда. Я, наверное, здесь больше урона от лавы получил, чем от противников. Отлично. Полбилда готова. Да, наверное, не полбилда, весь билд готов. Так, хпшки. Комнаты не очень, идем к хаосу. Пытаемся взять урона с особого удара. В идеале. Паролит, что ли? Да? Ладно, возьму хп. Реролить еще раз не буду, потому что у меня только два жетончика осталось. Поэтому возьму хпшки. Атака мне, меня не запустит, золото, ну, ну такое. Возьму хп. Так. Ага, левелап обилки возьму, бутылочку, то есть. Писали в комментах, как это значит, бутылочка левелап дара. Ну, есть в распорядителе дома, да, чувачок, который рядом с Аидом сидит за столом, он продает бафы, и там есть такой баф. Не помню, сколько он стоит и за что его покупать. Ага, так это читы. Стой, стой, стой. Хорошо. Я, походу, проиграю ему. Не попал щитом. Да, я проиграю ему. Потому что враги, ну, отвратительные. Для меня, по крайней мере. Плюс я как-то медленно убиваю. Умри. Ай, я много урона получаю, просто на что лезу. Все, я проиграл. Я проиграл. Сложно как-то убивать с помощью этого билда, ну, не знаю. Нету урона.
Ну давай. А, я хотел сказать, ну давай. А что ты дашь, если я проиграл? Так, что у нас? Ничего. В следующей комнате надо будет заюзать болдика. Сидоныч, дай-ка мне рывок. Только жизнь бы здесь не потерять. Нет урона. Спрашивается, откуда урон брать? Стой. Не, ну конечно, когда щиты попадают туда, но попасть ими еще как-то проблематично. Так. Бросок не хочу. Ульта хорошая. Рерулить. А что я еще прерулить хочу? Скорость особого? Ну, такое. Молоточки не паролишь. Ладно, возьму ульту. Она все-таки неплохая. О, гермесик. С гермеса мне скорость особого, ну... Ну, можно взять. Не знаю. Я вижу тут только билд через Ареса. Не знаю. На особый взять Ареса, чтобы все враги были под гибелью. Не знаю, что еще можно здесь придумать. Ну, ну долго же. Реально долго. Я, наверное, быстрее их обычной атакой буду убивать. 30 урона. Что это такое? Это очень мало. Да иди-ка сюда. Надо опять болди использовать. Ой. Они еще прыгают. Доджат мои атаки. Нереально долго получается. Так. Дай что получше. Вот это пойдет. Особо становится быстрее на 10%. Ничего не поменяется. А вот это меня, не знаю, засейвить что ли. Я в прошлой комнате забрал хоть тьму и золото. Возможно. О, Артемида. О. Только я чувствую, что увеличение крит урона не забустит мой ДПС. Ну, да, забустит, конечно, но я не ощущу. Это будет неощутимо. Кстати, вот это я беру. А потом возьму рывок. Или сейчас рывок взять. Не, потом возьму рывок. Значит, на третий этаж возьму Посейдона. Ну, сейчас что-то нормально зашло, да? Просто щиты как-то хорошо попадают. Да еще билд такой, и к нему нужно привыкнуть. Вообще не билд, а аспект. А где противники? Ага. Понял. Понял. Ну, не знаю, как-то нормально вроде бы. Болди. Я умираю. Нормально ты упал, конечно. Прям на лаву. А, еще эффект хаоса есть. Я и забыл. Я думал, уже закончился. Я просто так долго прохожу комнаты, что мне кажется, что я хаос уже брал давным-давно. Так. Ну нет, ну это что-то такое, ну. Ну, болевые точки.
Нет, лучше метку. Да, лучше метку возьмем. Так. Афродита еще нужна, там есть увеличение урона по ослабленным целям. Что в принципе неплохо. Именем Аида. Любое вознаграждение в залах с ХП становится более ценным. Но это тоже сильно, это в принципе упрощает прохождение. Так. Здравствуйте. Лерни. А чё, Хаус спал? Да, спал. Ну-ка. Ну такое, видите? О, прокнул крит. Крит, когда прокает, более-менее дамаг, а так... Слабо. Чё она болтает? А, потому что я со щитом хаоса, поэтому и болтает. Вы заметили? Какой-то баф появляется вокруг меня, крутится. А чё это? Что-то я не обращал внимания. Вокруг Загрия сейчас крутится какая-то... Какой-то круг. Кольцо. Ой, блин, попасть бы еще. А чё ульта еще не зарядилась, алло? Уже третья стадия. Давно пора. О, ну-ка давай-ка. Растолкай тут всех. Хорошо, хорошо. Ну... Терпимо, я бы сказал, терпимо. Неплохо. Но знаете, можно с обым, с любым обычным билдом, да, только с другим аспектом, чувствовать себя комфортней и наносить такой же урон. Даже больше. Я просто, наверное, что-то не понимаю в этом аспекте. Не знаю, что конкретно. Так, ну возьму Посейдона для рывка. Посейдон, Посейдон. Врата хаоса. Это я беру. Ага. И как я сейчас врата хаоса возьму, если там будет молоточек или гермес? Да, будет молоточек, не гермес. Ну ладно. Если молоточка не будет, то... Ага. О, и гермес, и молоточек. Но придется скипать. Я хочу молоточек. Придется скипать. Ой. Не успеет он реармиться. Что какой-то геймплей непонятно стал. Зарядил, кинул, зарядил, кинул. Дай-ка ускоренную зарядку. Подожди, во время рывка особый удар становится быстрее, наносит... А это работает так? Ну давай. Типа я зарядил, оп. И сделал так. Ну-ка сейчас проверим. Что-то мне интересно стало. Так. Ну не знаю. Там мне надо... Как? Зарядил. Сделал рывок. Особый. Да не, вроде. Неощутимо. А может и ощутимо, непонятно. Я не могу понять. Такой странный билд, что... Вообще странный аспект. Вроде и не работает.
Так. А может и работает, просто у щитов урон маленький, у особого удара. Поэтому и незаметно. Блин, реролов нет, я хочу рывок. Ну давайте прибойную волну возьмем. Может быть, рывок потом упадет. Так, магазин. Ну, здесь я возьму магазин. Кстати, сокровищницу не посмотрел, что там. О, Артемида. О, крит урон, только слабенький, 15%. Гранатик возьмем. Меточку прокачаем. Еще одна Артемида, хорошо. Кстати, а, там битва с Хароном была? Ну, я бы не хотел с ним биться. Ну-ка. Стой. Ага. Опять крутится. А где урон? Вы видите, да? Почему так? Я думал, будет получше. Попасть бы еще им. Да, если я так с одним быком бьюсь долго, то что будет с ТСМ или с батей? Да, не царапины, да. Рассказывай, рассказывай. Не вылетает куча щитов, такое ощущение. Непонятно. Нужно не в упор стоять, а вот на небольшом расстоянии. А. Пока я тестил, получил много урона. Да, если стоять в упор к противнику, щит один вылетает с особого удара. Но если на небольшом расстоянии, тогда ты цепанешь, скорее всего, плюс-минус тремя щитами из пяти. Так. Болевые точки. Ну, огневая поддержка не работает так. Или работает. Давайте возьмем и проверим. Я просто не уверен, как работает огневая поддержка на особом ударе. А, да, работает. Работает. Каждое попадание со щитов считается. Так это неплохо. Ой, колесница, конечно. Такой себе противник. Ой, еще и неуязвимая колесница. Так. Денюжки. В комнате нету ничего, да? Гермес. Ой, я не знаю зачем. Еще щиты не попадают по цели. А-а-а. Чё не заряжаешься? А, там еще и бабочки. Что-то я только-только их заметил. Нормально. Нормально. Реснулся еще. Отлично.
Опять резца полетела. Ой. Окружение мне немного помогло. Я бы сказал, даже много помогло. Ты двигаешься быстрее, да? Давайте возьмем. ХП надо брать. Мало мне ХП. Но у меня один болдик есть. Скорее всего, я его сейчас использую. Честно, это как челлендж для меня. Мне реально неудобно. Реально челлендж на прохождение бати. С этим билдом. Стой, не бей. Три минуты у меня осталось, алло. Мне нужно спешить. У меня не получается чего-то. Так. А, да за что? Еще пачка? Где враг? А, я думал, еще одна пачка противников сейчас будет. Нет, еще не все, да алло. Я уже надеялся. А, стой. Стой. Понимаете, в чем проблема? Ладно, чтобы я мог спамить, да? То есть зарядка особая, но так не получается, потому что пока щит не возвращается, не вернулся с особой, да, я не могу зарядить, я не могу бить. Боже мой, как долго. Как же долго. Магазин, надо похилиться, сейчас босс будет. У меня минута 44. Больше урона с поослабленным, да? ХП, немножко отхила. Ну, что я могу сказать? Молимся. А сколько у меня черепов стоит? 15 же, да? Да. Ну, убил. Ну, то есть, не убил. До стадии довел. В принципе, немедленно. Относительно, более-менее, нормально. Отдай мне мой щит. Отставляюсь, конечно, сильно. Жалко, что щиты по возвращению или наносят. Кажется, что нет. Ладно, давайте-ка ультой додушим Минотавра. Начнем бить. Ой, видели, сколько урона ульта нанесла Тесею? Что, боже мой, что это такое? Я не успеваю. Не успеваю. Не. Ну. За сколько? За минуту 30 убил? Не так уж и долго. Но вы видели, как много урона нанесла ульта Посейдона? Я удивился. Так. Ну, тут по-любому наконечник.
По-любому наконечник. 342 монетки есть. Не, ну... Особо, на особом ударе была бы гибель. Мне кажется, было бы сильнее. Было бы проще чистить все комнаты. Было бы проще наносить урон. Даже и не знаю. Так. Арес Посейдон. Посейдон я хочу. О, кстати. Рывок хочу. Я его хочу всю катку. Это будет, наверное, половина моего всего урона, который я буду наносить. Ого. Как их растолкало. Они получают такой большой урон сейчас, потому что я их отталкиваю атакой. И они врезаются в стену, а у меня... Ярость Тайфун или как там называется, не помню. Где? Микробосс. Боже мой, сколько тут яда. О, долго. Долго. Надо побыстрее. Ну-ка, рывок дай, пожалуйста. Ладно, еще в продаже есть. Еще есть в продаже. Случайную валюту. Для ускорения прохождения взять вот просто до последнего, до конца. До бати. Какой-то импакт будет носить, а так нет. Бросок, в принципе, нормально. Пускай бросок будет. Бросок будет тоже импакт свой вносить. Неплохой такой. Возьму я сразу Посейдона. Ага, не. Рывок. Думаю, фонтан в хпшке. Или в гранате. Тут неизвестно. Я буду рывком вас убивать. Билд через особы убиваю рывком. Так, но это на бате действовать не будет. Ну хотя бы метка теперь будет постоянно висеть на противнике. Так. Чё у меня... А, хп выронить могут. Я просто надеюсь, что это последний коридор. Так оно и есть. Чуйка меня не подвела. Так. Что я могу купить? ХП возьму. Потому что дар Ареса плюс-минус там мне у него ничего не нужно. Ну, увеличение урона особого удара. Там эпическое 16%. Ну а так. Такое себе. Ну, такое себе. Так. Ну, здорово, отец. Фулл хп, 3 жизни, билд, ну такой. Ну, я думаю, мы справимся без проблем с батей. Ау. Ау.
Ау-ау-ау. А чё, урон буду я наносить сегодня или нет? Ну, единственный плюс именно этого щита как оружия, да, этот плюс есть у всех щитов, это то, что он отражает атаки в лицо. Ну, для меня я больше тут никаких плюсов не вижу. Особенность то, что у него особая атака после разбега быка кидает 5 щитов. Ну, не знаю, надо ульту подрубить. Равно зарядиться еще успеет. Я в этом небольшого преимущества не вижу. Так как у других... Ау, ау. Два раза урон получил с лужи. У других аспектов есть ярко выраженные плюсы. И до сих пор не могу понять, почему этот аспект так любим игроками в Хейтс. Не знаю. Ну да, я себя сейвово чувствую, кстати. Но я думаю, на любом щите так можно сделать. Ау, уходим. Так, ульта зарядилась. Надо лужи разбить, успел. Ульту запустим. Активируем на следующей стадии. Но я все равно долго бью. 2.40. Алло, у меня осталось 2 минуты 40. Он еще уходит постоянно. Я забываю бросок кидавать. Кидать. Давать. Давай, бать. Офигеть. Я, походу, его не успею просто убить. Не, ну я его убью, но потеряю все жизни, скорее всего. Наверное, нужно убивать его просто атакой и рывком. Так у меня больше шансов его выиграть. Так, сейчас подрубим ульту. Сейчас как ему насуем. А, он хилится. И чё? Перехилит меня, да. Зря. Это была моя ошибка. Гигантская. Осталась минута 20. У меня нет времени, батя. Дамага нет, ничего нет. О, болдик. А у меня болдика нет. Ой. Опять? Да хватит. Хватит, батя. 30 секунд. Ребятки. Он хилится вовремя, конечно.
назад. Но у меня две кипящие крови, а я стою с ним бьюсь. Потому что таймер. Я бы его сейвову спокойненько бы убил. Вы видите, что происходит, да? Я перехилить его... Хил его передамажить не могу. Да. Тупо не прошел по времени. Ну, как-то так, ребята. То есть... Как сказать? Комба плохая? Именно дуо плохое разве? Идея хорошая. Прям, если в идеале 5 щитов попадало бы по противнику, был бы большой урон. Но его почему-то нету. Где урон, непонятно. Такое ощущение, когда в упор стреляешь 5 щитами, их просто нет, вылетает один. Без понятия. Можете сами потестить, но... И почему этот аспект нравится так людям, я опять же понять не могу. Он, да, нормальный, но я бы не сказал, что он крутой. И играть через бросок, через особый удар, я даже не знаю, что можно делать. Ну, взять гибель, да? Чтобы проще чистить комнату. Или взять Зевса, чтобы там урона наносить. Не знаю. Потому что именно процентально, процентом как-то увеличивать урон с особого удара нету смысла, потому что урон от щита 30. Это очень мало. То есть под критом, под увеличением урона, под увеличенным уроном по ослабленным целям, да, не было урона вообще с особого удара. Пришлось просто тыкать. Чтобы вы понимали, я только что сейчас бил атакой Афродиты обычной редкости и без прокачки. Пришлось, потому что я понял, что особым ударом я его не затыкаю, не успею. И пришлось как-то рисковать, но как бы не получилось. Как-то так. Если до конца досмотрел... Подпишись на канал, поставь лайк, если тебе не сложно. Спасибо за внимание, за просмотр. Удачки и пока.